преподобный Варсонофий был удивительным, поистине великим подвижником. Родом из Египта, он еще с молоду пришел в монастырь Аввы Сирида и сразу вступил на путь суровых и тяжких подвигов. Вырубив себе неподалеку келью в горе, он затворился в ней на 50 лет. В полном безмолвии, не видя людей, питаясь лишь хлебом и водой и пребывая в постоянных молитвах, трудах и богомыслии. Такой образ жизни казался всем невероятным, и люди решили подглядеть за святым. Стали они делать подкоп в тесную келью преподобного, но тут же были опалены вырвавшимся оттуда пламенем. А святой меж тем продолжал и продолжал свои подвиги, достигая высшей степени духовного совершенства. Господь наградил его даром прозорливости, предвидения и чудотворения, а также властью молитвой очищать от грехов души людей. Выйдя из затвора, преподобный Варсонофий стал служить людям, помогая им на пути спасения. Он знал все их сердечные расположения, поэтому наставлял сообразно с направлением мыслей каждого. Именем Господа он воскрешал мертвых, изгонял демонов, исцелял безнадежных больных. Вещи им освященные подавали помощь. По его молитве Бог посылал дождь на землю, снимая свой гнев с множества людей. Предсказания преподобного всегда исполнялись. Все эти великие дарования преподобный Варсонофий приобрел после многих лет терпеливого перенесения великих искушений и болезней. Святой принял к себе одаренного ученика Иоанна, и, следуя наставлениям преподобного Варсонофия, Иоанн достиг вершины совершенства, став подобным во всем своему учителю. Награжденный Господом за свои подвиги даром предвидения, святой Иоанн получил от современников и потомков именование «пророк», ибо все, что провидел и предсказал он, сбывалось. Преподобный Варсонофий Великий пережил своего ученика и сам представился ко Господу около 600 года. Об этих двух подвижниках мы знаем из книги преподобных отцов Варсонофия Великого Иоанна «Руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников», по которой жили многие святые. Девятнадцатое февраля. День памяти преподобного Варсонофия Великого и Иоанна Пророка.